Всем привет, друзья! Меня зовут Наталья, и вы находитесь на канале Наталья Траул. Сегодня мы летим с авиакомпанией Emirates, и я вам хочу показать, чем авиакомпания кормит своих пассажиров. Время в полете у нас 6 часов 40 минут. Сейчас вот осталось лететь еще 4 часа и 50 минут, и нам принесли еду. Так, я себе заказала говядину с пюре. Тут еще вот есть сыр, крекеры, масло, салат, сладкое, мюсли, хлопья, и водичка, хлеб, и я заказала себе виски кола. Из алкогольных напитков было еще вино, белое, красное, пиво. И не знаю, что там еще было. Ну, в общем, это то, что я видела. Принесли нам еще раз покушать. По времени примерно где-то через 2 часа, немножко больше, после первого раза. Тут чиз-сэндвич. Горячая такая булочка. Вода. Джем. И... Клоттед крем и сок. Можно было выбрать яблочный или апельсиновый. Кофе. Что-то еще, не помню, что там еще было. И мы спросили про алкоголь, можно ли еще заказать. Нам сказали, да, пожалуйста, можно.